Ты, наверное, про него там много знаешь, Это можешь мой, что-то рассказать. да, один из моих левел-артистов номер один для меня. Мне он даже когда-то комментировал на форуме. О, я хочу от него да, я хочу детей! от него детей! Я такой в обморок упал. Нет, ну он действительно очень классный чувак, потому что ну, он, в принципе, и преподавал, ну, там у себя, не знаю, где он там живет, по-моему, в Дании, в Швеции. Швеция, да. Ну, ты там...